Привет, друзья! Вчера пришел домой после охоты, пересмотрел экшн-камеру, заметил, что я не в той стороне искал Тетерева, которого сбил. Душа моя не выдержала. Приехал, решил его поискать сейчас, похожу. У меня есть минут 20, поищу. Да, я в лыжах вчера ходил, ныл. А вот без лыж как. Полная жесть. О, здесь даже иду по утоптанной лыжне. Опа! Ну это здесь так надуло. Думаю, сейчас там дальше получше должно быть. Сугробы поменьше. Блин, как же я так лыжи-то забыл? Маш, растеряша. Так, сейчас дойду по старой своей тропе. Хорошо притоптал. Хорошо утоптал, иду, не проваливаюсь. В принципе, нормально. Ох, ничего себе, нормально. О, выше колена. Прикол. О, а там что, заяц, что ли, по моей ходил лыжне? Вот зараза. Надо прийти сюда. Значит, зайца поискать. Да, заяц точно. Вон он. Ну вот он, зайчик ходил. Вот барбос. Ладно, я запомнил тебя. Так, я опять проваливаюсь. Перчаточки одену, минус 22, все-таки холодно. Ух ты, елки-палки. Так, я ходил его, искал вот в этом направлении. Надо было вон туда идти. Я его стрелял в ту сторону. О, блин, без лыж-то вообще тут прикурить можно. А вот он, зайчик, пришел гулять. Вот он по моей лыжне тут погулял. Блин, было бы ружьишко с этими, с лыжами, можно было сейчас его поторопить, это считай свежий, ночной. Зараза. Так. Так, это здесь я вчера фоткался. Так, надо разбираться. Так, я стрелял оттуда, и куда-то он туда вон улетел. Так. Так. Как мне лучше поступить? Сходить туда сразу, направление засечь, откуда стрелял. Так. Это здесь я его добрал. Это я его добрал. Ну, получается, вот направление поиска. Если оттуда... Ладно, чё. Вон моя лыжня, в принципе. Можно по моей лыжне пройти. Сейчас мы так и сделаем. Сейчас вокруг обойду. Так, это я назад возвращался, когда за камерой. Так. Стрелял отсюда, вон на эти березки. Да, точно, не в ту сторону совсем я пошел. Не в ту сторону. Так, вот здесь у меня стоял рюкзак, когда я пошел искать.
ты, как тяжело. Не, вокруг что-то дофига. Пойду я напрямую. Пойду напрямки вот отсюда. Вот так. А, проваливаюсь выше колен. Обзейшн полный. Как говорит один наш известный блогер. О, как вчера я пёр. Как этот, блин, ледокол. О. Ага, зайчик тоже не хочет лишнее топтать. По моей лыжне ходил. Пришел с той стороны заяц. Так, надо где-то здесь смотреть, где-то в этой стороне, если упал. Пока ничего не вижу. Пока ничего не вижу. Так, никаких следов падения Боинга пока не вижу. Так, пока отключу что-то, камера уже, аккумулятор. Так, снимаю уже, короче, сам для себя, чтобы убедиться потом. Получается, я стреляю, он сначала туда идет. Вторым выстрелом стреляю, он уходит вот так вот вправо. Вон, вот от этих березок. Где-то в ту сторону. Ну, получается, я там вроде все обошел. Никаких не увидел там. Ямок, лунок. Ну, получается, значит, промазал, либо плохо зацепил. А вот гильзы мои валяются. Да, все отсюда стрелял. Фух. Вот она. Пятеркой. Пятеркой лупил. Я ж на рябчика пошел. Правильно. Да, две пятерки. Заберем, чтобы не валялись. Так, ну вот в районе, получается, тех елочек. Я там вроде ходил. Вроде бы я там ходил. Ладно, что. Зато я теперь могу спокойно спать, не думая, что зря пропал косач. Фу. Так, да, вот сюда, в ту сторону, получается, пошел. Но я там проходил везде. Я там везде походил. Нету. О, как кучно легла. Дровь. Кстати, косач чистенький был.
нормально. То есть голову и крыло перебито. И я ему, получается, копчик перебил. Поэтому он, наверное, летать не мог. Так, вот где-то вот получается вот эти березки. Он куда-то вот в эту сторону пошел. Вот где вот этот заячий след. Ой, я уже мокрый весь. Так, ну если он брыкнулся, то брыкнулся, наверное, недалеко, если бы по нему хорошо попал. Уже бы видел бы. Ну, значит, это пятерка через кусты не пробила. Какая классная погода, солнышко, блин. Как я завидую вот этим казахам всем, которые в такую погоду, в такое солнышко охотятся, ходят. Как меня задолбала эта мгла уже наша постоянная, блин. Лондон хренов. Нет, ребята, ничего не вижу, никаких дырок, ничего. Все, короче. Думаю, спасательную операцию на этом буду закруглять. Буду выходить. Блин. Короче, я уже вообще вспотел весь напрочь. Заяц по моей лыжне ходил, гад. Туда-сюда топтался просто. По беспределу. Туда-сюда. Короче, я ему дорогу проложил. А вон там, вон там. Какая-то вот штука непонятная. Блин, не фокусируется. Вон там видно за ветками. Смущает меня эта херня. Короче, туда сейчас все-таки схожу. Хорошо быть слепым или наоборот плохо. Это заяц тут топтался. Заходил сюда. Вон следы там дальше пошли. Шарахался. Ну ладно, теперь точно. Теперь точно мне. Никаких больше вопросов, потому что не добрал я. Подранка нет, все, закрываю этот вопрос. Ну вот так закончилась моя поездочка. В принципе, я ни разу не, как сказать, не опечалился, не огорчился, то, что я никого не нашел. Ну, слава богу, но мне вчера почему-то показалось, что я попал в него как-то. Не знаю почему, и почему-то пошел в другую сторону искать его. Потом уже по экшн-камере увидел, что он, наоборот, не прямо полетел, а потом вправо резко ушел. Но стрелял через кусты пятеркой. Ну, скорее всего, не зацепил. Фу. Вот так вот я за подранками хожу. Совесть моя не может быть чистой, пока не удостоверюсь. Помню, один раз был на тяге весной, 2 года назад уже получается. И как пока стрелял, положил этого вальдшнапа на пол. А потом уехал и забыл его положить в рюкзак. Домой приезжаю, нету кулика. Короче, собрался, назад за ним поехал, обратно забрав. Блин, 50 километров, короче. Еще намотал туда-обратно. Ну а что сделаешь, блин? Мне кажется, это как-то пошло оставлять, если ты точно знаешь, что зря загубленная животинка. Так нельзя так делать, это вообще как бы неприемлемо, я считаю. Если можешь что-то сделать, надо добирать, забирать. Ну все, теперь точно всем пока. Впереди еще 4 недели, хоть ничего сезона. Что-нибудь да поди еще снимем.